не удержался, все-таки купил новый арбуз на нашем рынке, немножечко другого вида, но купил как у Алика. Алик его зовут. Не знаю, что теперь будет, но вообще действительно то, для чего я их в этом году покупал, случилось. Покупал, потому что в почках какой-то песочек нашли, и прямо врач УЗИ, который нашла, говорит: поешьте арбузов, арбузы вам помогут. И вот я покупаю третий арбуз, и правда уже, в общем-то, успокоилась, боку уже не больно, и все хорошо. Но интересно, мне стало все-таки вот это разбирательство о качестве арбузов, да и вообще вот всех овощей и всего, что у нас на рынке творится. И сейчас вот прошел, поговорил с некоторыми, а как это все у них проверяется, как это у них все на самом деле. И надо признаться, что никакого контроля практически не существует. То есть эти справки там на санэпидем и все остальное, они настолько упрощенные, настолько не контролируют вообще качество продукции, что мы никогда не можем сказать, хорошо то, что мы купили, или плохо. И я в связи с этим вспомнил, как приехали мы с супругой в 83-м году в Азербайджан. У нас там были родственники, ее двоюродная сестра замуж туда вышла. И вот мы с ней купили на базаре арбуз. И отравились этим арбузом. И хозяин, азербайджанец, к которому мы в гости приехали, говорит: поехали на базар, покажите, где вы купили арбуз. Ну, мы приехали, ну что, 83-й год, что Советский Союз, что там такого может происходить? И мы на базар-то пришли, говорим: вот у этого взяли, а там стоит продавец, у него огромная куча арбузов, такой большой, и все такое. И он его как начал бить, как начал гонять по базару, вот все пинает, бьет, тот в конечном итоге убежал от него, вот издалека смотрит на него, он начал раскидывать его арбузы, он начал, значит, их топтать ногами. Прибежал хозяин этого базара, как тогда говорили, вот, и он ему при нас кричал: базар должен быть честным, что вы делаете, откуда у тебя такой продавец, базар должен быть честным. Мы, конечно, удивились, и после говорим: ну, зачем из-за нас такой вот шум? Он говорит: не из-за нас, у меня полгорода родственников. И что, они придут отравиться этими арбузами, мне что, хорошо, что ли, будет? Нет, я, говорит, не вас защищал, я защищал своих родных и свой город, потому что должен быть честный базар. Я должен ребенка послать, и он принесет оттуда хорошую продукцию. Вот этот подход меня тогда удивил. Такой настоящий гражданский, получается, подход. И тогда подумаешь, на таком базаре как продукцию принести какую-то некачественную. Сейчас ведь мы втихаря, значит, что-то про себя сказали, что вот мне не понравилось или что-то случилось, и все. Мы еще и сами этих продавцов убаиваемся маленько. Так что здоровья вам всем, радости и качественной продукции. Аминь.